Около центрального рынка в ночь на пятницу сбит велосипедист. Мужчину после предварительного осмотра медики решили доставить в больницу. В стационар пришлось везти и средства передвижения пациента из соображения гуманности. Поврежденный велосипед владелец самолично погрузил в машину неотложки. Вы машину не видели? Я машину должен был видеть. Они должны были смотреть по сторонам и видеть меня. Вы без шлема? Конечно, без шлема. Автомобиль появился справа от велосипедиста. 18-летний шофер на Toyota Noa выезжал со дворовой территории. Наездник спускался с площади Ленина. Я выезжал со двора со скоростью примерно 5-10 км в час. Вот. Удар сразу. Молодой автолюбитель собирался покататься с подругами на отцовском автомобиле. Велосипедиста компания не видела до последнего. Он ехал без фонаря. Никаких светоотражающих элементов на его одежде не было. А те, что стояли на велосипеде, в этом случае ничем не помогли, поскольку спортсмен приближался сбоку. Мы сразу к нему подошли. У него от него перегар, как будто он бухал. Но он и так бухал. У него даже отражателя на велосипеде нету. Вообще его не видно было. Он темный сам по себе, в темной одежде. Велик темный. Медики заподозрили у пострадавшего сотрясение мозга. Автолюбитель по результатам прохождения теста на алкоголь оказался трезв. За руль он сел всего 3 месяца назад. С места происшествия Михаил Сергеев, Анна Карпова и Алексей Овчинов.